Тайлер тебе рассказал про свой план? Мы уводим девку из-под носа у Декстера и продаем ее сами. Тайлер уже связался с конкурирующей оружейной конторой. Шестизначные числа, чувак. К черту! С мистером Декстером лучше не связываться. Старые времена. Никто не узнает. Ты, значит, из тех, кто ты что, не сечешь? Наше время пришло, чувак. Нам нужно лишь узнать, где они держат девку. Эй, парень, тут нельзя парковаться. Мы сможем поговорить. А мы припарковались. Нормальные мужчины. Да. Я так понимаю, и штраф вы ни хрена не заплатите. Да. А чего париться? Я вычту его из твоей зарплаты. Слушай, Гав, давай на чистоту. Ты или с нами, или против нас. Ясно? Мы оба знаем, что это значит. Я пойду в гараж и слегка надавлю на парней. Хреновы автомеханики опять опоздали. Увидимся на вечеринке. Привет, как дела? У меня все хорошо, спасибо. А у тебя? Эй, правила вежливости отменили, что ли? Проклятые дети! Иди и выключи это! А, ладно, какая разница? Буду делать, как сказано. Thank you.
Эй, Хлоя, не хочу показаться параноиком, но тут что-то кажется мне странным. Пойду проверю. Так, детки, возвращайтесь сюда и вырубите это дерьмо. Черт, я вас забрал. Ага, да, это я. Да, забей, все чисто. Увидимся позже. Да-да, лучше вызвать скорую. Тут... Эй, неудачный денек сегодня, а? Не всем везет. Черт возьми, где этот доктор? Не могу я тут целый день торчать. Где эта чертова скорая? Это чертова скорая. Не всем везет. Жду, когда карбюратор починят. И тут лебедка сломалась. Чуть не оставила Джо без ног. Это было Сэр, простите, но магазин закрыт. Возможно, навсегда. Вам придется делать покупки где-то еще.
Я бы не хотела, чтобы это место закрылось, Тайлер. Это часть города. Может, поговоришь с Ленни? Пусть он замолвит словечко отцу. Занять денег у Декстера? С ума сбрендила. Это как поцеловать пчелиный улей. Слушай, Люси, не волнуйся, мы с ребятами... Мы кое-что планируем, кое-что большое. Между нами я отсюда скоро смотаю. На этот раз насовсем. Не знаю, да, может, в Калифорнию. Просыпаться под крики чаек. Ну, это самое... Ты всегда можешь поехать со мной. Ну, это... В Калифорнию? Если хочешь. С тобой? Ну да, да. Ты это... Мне всегда пригодится хорошая официантка. Ну, в общем... Ладно, ты подумай об этом, окей? И не говори никому. А вы пойдете на ярмарку? Родная, все хорошо? Нет, это опять ма... Слушай, не бери в голову слова этой старой карьеры. Хай, если ты вздумал меня кадрить, то обломись и отойди. Понял? Это общественное место. Красться лучше ночью, под чужими окнами.
уверен, что хочешь это сделать. Если ты пойдешь против Ленни и его пацанов, никто тебя вы. Когда вы рядом, здесь как-то спокойнее. Люк? Ага. Ага, Тайлер все еще не нашел девчонку. Она... Что? Лень. Ленни Декстер. Отщепенец. Паршивая овца. Похитил девушку, чтобы заслужить уважение Блейка. В цепи моих врагов он самое слабое звено. Заставить его говорить не проблема. Но прежде надо разобраться с ягуарами. Просто так они Ленни не отдадут. К тому же, они слишком много знают. Эта маленькая свинка пошла в академию. Thank you.
Вот дерьмо. Это черт знает что. Эти гребаные животные, что к горшку своих детишек не приучают. Вы все свиньи. Вот вы кто. Что ты сказал? Блин, я понимаю, что это сраная глухомань, но... Черт, это же мир... Ну, то есть... Дерьмо, я носки испачкал. Это омерзительно. Да-да. Ты каждый день в дерьме роешься. Так и делай то, за что тебе платят. Пора возвращаться в Канаду. Они там хотя бы мимо толчка не срут. Стой тут, не уходи, я разберусь. Да. Ты думаешь, это забавно? Я полицейский. Я тебя за решетку засажу. Ясно? О, давно не виделись. Thank you.
Кто это бросил? О, боже, я больше не играю в эти игры. И вообще, я жрать хочу. Thank you.
Ну убери тут. Сам убирай. Нет, я старше тебя, ты убирай. Черт побери. Помощь нужна! Не вопрос! Приветствую! Что случилось? Здравствуйте, сэр! Привет там. Ленни Декстер. Хлоя, подожди минутку. Кто-то в меня чем-то кидается. Джордж, Брэндон, это вы? Мне казалось, вы обещали больше не хулиганить. Хлоя, это я. Это, наверное, были собаки. Ничего особенного. Мейсон готовит отличное барбекю. Попробуй как-нибудь поссать на проволочную ограду. Будет приятный сюрприз.
Ягуары порвут привет, команду Сио в клочья. Шмидт, конечно... Да-да, Егор,
Ленни Декстер. Отщепенец. Паршивая овца. Похитил девушку, чтобы заслужить уважение Блейка. В цепи моих врагов он самое слабое звено. Заставить его говорить не проблема. Но прежде надо разобраться с ягуарами. Просто так они Ленни не отдадут. К тому же, они слишком много знают. Что за... Хлоя, в меня кто-то чем-то кидается. Подожди, я выясню. Ленни Декстер. Отщепенец. Паршивая овца. Похитил девушку, чтобы заслужить уважение Блейка. В цепи моих врагов он самое слабое звено. Заставить его говорить не проблема. Но прежде надо разобраться с ягуарами. Просто так они Ленни не отдадут. К тому же, они слишком много знают.